Быть красивой – значит быть гармоничной. Любить свой дом, заботиться о близких, творить красоту вокруг себя – легко. Красивый, чистый, безопасный дом – это совсем не сложно, если заботиться о нем с любовью и косметикой для дома «Фаберлик». Красивый дом, в который хочется возвращаться. И красивая семья, на которую всегда есть время. Это не сказка. Это моя жизнь. Линия «Дом Фаберлик» создана для того, чтобы вы каждый миг были уверены в красоте, чистоте и безопасности вашего дома. Скоро «Дом Фаберлик» ожидает пополнения. Представляем 4 новинки линии. Новое средство для мытья стекол и зеркал с антизапотевающим эффектом. Пятновыводитель Extra Oxy с новой мощной эксклюзивной формулой. Новый гель для профессиональной стирки особых тканей. Новый гель для мытья посуды в посудомоечных машинах, не требующий дополнительного использования соли и ополаскивателя. «Фаберлик» — это кислородная косметика номер один в мире. Предназначение «Фаберлик» — дарить людям радость, молодость и красоту, создавая уникальную кислородную косметику, доступную миллионам. Эффективность наших средств гарантирует запатентованный кислородный комплекс. «Фаберлик» — живая, живущая по совести компания. Мы поддерживаем молодежные проекты и выплачиваем материнские бонусы. За последние 4 года мы посадили более 1,5 миллионов деревьев, чтобы следующие поколения могли дышать свежим воздухом. Цель «Фаберлик» — построить такую российскую компанию, вместе с которой миллионы людей по всему миру могут организовать свое дело, приобрести профессию, получить признание, построить будущее для себя и своих детей и открыть эту возможность другим. «Фаберлик» — сетевая компания, которая предлагает лучшие услуги сотрудничества, самый выгодный маркетинг-план. Самые большие квалификационные бонусы. Образ «Фаберлик» – зона общей ответственности компании и ее партнеров. Пройден большой путь. Компания верит в своих партнеров. Партнеры гордятся тем, что соединили свою судьбу с «Фаберлик». Активы компании составляют сотни миллионов долларов. Но главное наше богатство – любовь миллионов мужчин и женщин в 20 странах мира, которые каждый день с удовольствием пользуются косметикой «Фаберлик». За 13 лет мы совершили то, на что потребовались десятилетия. Перед нами весь мир. Вперед к новым свершениям!
откроем звезды. Счастье вечности или миг, но быть счастливым так просто с Фаберлик. Мечтай всегда, пусть над тобой горит звезда. Ведь в этом мире суеты ты ангел красоты. Счастье тебе к лицу, и если верить мудрецу, вы просто спасаете мир красотой. Мы свои откроем звезды. Счастье вечности или миг, но быть счастливым так просто с Фаберлик. Годы не меняют нас, и дни сияют блеском глаз. Раскрыв секреты красоты, мы с ними здесь на «ты». В наших продуктах жизни молодость, радость, бери, держи. Все лучшее здесь для тебя, выбирай. Откроем звезды. Счастье вечности или миг, но быть счастливым так просто с Фаберлик. Страною Фаберлик, мы свои откроем звезды. Счастье вечности или миг, но быть счастливым так просто с Фаберлик. Быть красивым так просто с Фаберлик. Просто Фаберлик.
было настолько захватывающе, интересно. Нам подарили ту маленькую частичку счастья. Я желаю, чтобы на следующем году, в 2014, у нас было намного больше. Спасибо большое всем тем, кто приехал. И ждем с нетерпением всех тех, кто думал, но не смог приехать. Ждем вас всех в следующем году на нашем замечательном, еще более лучшем форуме 2014. Спасибо большое. Каждый на этом мероприятии был главным. Каждый на этом мероприятии был причастным к этой огромной, самой любимой нами великой компании, международной компании косметической Faberlic. Перед этим я был на форуме в Москве, но хочу сказать, что в Киеве было намного ярче, было намного лучше. Праздник сегодня удался, было очень много в зале энергии, было очень много драйва, было много улыбок, много благодарных слов. 6 звезд на небе, названы именем наших любимых, дорогих, драгоценных директоров. Я рекомендую всем новичкам, новым консультантам, директорам посещать такие мероприятия, получать туда массу впечатлений, также знаний, и чтобы их знания перерастали в звания. Спасибо. Приезжайте, будем рады. Это эмоции, это настроение, это заряд новой информации, новых инструментов. Конечно же, все это вкупе дает новые достижения, новые цели и новые успехи. До встречи на новых событиях. Спасибо, Faberlic, ты не один, вместе мы сильны.